Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области приняли 5-летнюю программу строительства. Документ прошел широкое обсуждение. Так его обсуждали на заседании Ассоциации «Союз строителей Кировской области» в Общественной палате, в Вятской торгово-промышленной палате, в ОЗС и в Гордуме. По итогам обсуждений в Министерство строительства поступило 34 предложения и замечания, рассказали в областном правительстве. С их учетом был сформирован окончательный вариант программы. Всего в ее рамках к строительству, реставрации и капремонту запланированы 213 объектов. В рамках нацпроектов 55. Они уже обеспечены финансированием. Также деньги уже заложены для строительства 74 объектов, в числе которых 5 поликлиник, 4 объекта спорта, 14 школ, 16 объектов культуры, 17 домов для переселения из аварийного жилья и другие. На заседании правительства программа была утверждена. КСП указала на необходимость дополнительного финансирования Победилова. Контрольно-счетная палата Кировской области провела анализ хозяйственной деятельности аэропорта, который показал, что без бюджетной поддержки предприятие сейчас существовать не может. Как рассказал в эфире нашей радиостанции председатель КСП Юрий Лаптев, основные деньги Победилова зарабатывает не на продаже билетов, а на обслуживании самолетов. При этом хорошим источником дохода могла бы стать заправка горючим. Но резервуары и склады передали в долгосрочную аренду иногородней компании. Сейчас ведутся судебные тяжбы, чтобы расторгнуть договор. По словам Лаптева, после проверки аудиторы обратили внимание правительства на необходимость дополнительного финансирования и разработки стратегического плана развития аэропорта. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Открытие расчетного счета – необходимость для любого бизнеса. Это затраты. Но работа с банком может быть, несмотря на это, дополнительным ресурсом. Такой взгляд на партнерство с кредитной организацией подсказывает руководитель компании «Бухгалтер Я» Татьяна Максимчук. При грамотном подходе расчетные счета можно открывать в двух банках, как, например, сделано моей компанией. У одного банка нам интересна скорость обработки платежей, а у другого – суммы комиссии. Также выгодно иметь несколько счетов в разных банках в том случае, если, например, у вас возникают проблемы с одним банком, есть всегда другой, из которого вы можете производить различные расчеты. Бухгалтер – это не только тот, кто готовит отчетность. Он предложит и идеи рациональных решений, чтобы расходовать ресурсы бизнеса эффективно и не терять лишнего. 213-112 – телефон для ваших вопросов и записи на консультацию. Компания «Бухгалтер и я». Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».